Harry, come on. This is the blue one. How much? How many? Three? Okay. Вот такой здесь классный вид. Очень красивый вид. Наверное, один из лучших, который я видела за последнее время. Сплит-система здесь работает. Тоже. Вот она. Такой светильник. Здесь. Так, все. Душ и ванная. Сейчас проверим набор воды здесь. Ну, средненький набор воды. Насколько она горячая, сложно сказать. Смотрим здесь. Посильнее напор. Ну, вода холодная. Do you have a hot water? Only for you. Yeah? And the showers, all the shower have hot water. This one. Hot water for all. For all? For all, yes. Yeah, I'm sure. Because I don't feel it. Maybe a little later. Здесь есть косметика. Полотенчики. Вот выключается. А, горячая вода появилась. Кстати, да. Вот она есть уже. Вот прям горячая, хорошая вода. Все, здесь есть горячая вода. Ну, она немножечко старенькая. Но в целом хорошая ванна, но она небольшая по размеру. Вот мои ножки, да, вот эта ванная. То есть она как бы небольшая. Вентиляторик, все такое. Помогаю тут смотреть мои вещички. Вот. Красивая гостиная очень. Вид с кухни. Просто потрясающе. Проверю, как работает здесь вода. Нормальный поток. Здесь все есть. Для людей. Водичка, стаканчики. Водичка работает. Есть. В чем готовить? В чем кушать? Пускай есть. Не сильно много. Вот такая вот история. Окей. Здесь ступеньки достаточно вертикальные, то есть на маленькие ножки, смотрите, обращаю внимание, очень здесь аккуратно надо подниматься, но отсюда очень красиво. И здесь вот такая, такая спальная, ну, она прикольная, немножко хочется здесь проветрить, вот.
Но вид прикольный, красивый. Чтобы было понятно, там за окном корова. И море, конечно, тоже. Вот матрас очень высокий. Все, вот моя рука. Вот он матрас. Даже не знаю. Ну, короче, большого размера. Вот. Ну, здесь, в общем, может поместиться либо 4, либо... Так, получается... Раз, два, три, четыре, шесть человек. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Да. Получается два места наверху, если однополые, просто по разным матрасам и парочки. Если вот здесь, вот здесь. И это то ли для гостей. И вот тут еще можно парой, например, разместиться. Либо это будет всего три человека, если по одной комнате смотреть. Вот такой вот домик. Такой домик красивый. Сейчас с улицы покажу, какая здесь территория. Тут можно выходить, сидеть на улице. Здесь красиво видно. Бриз от моря, соленый воздух. Соль немножко с той стороны. Здесь, как видите, все чистенько. Они здесь прям хорошо следят. Там, видимо, высоковато для них. Парковка для байков вот здесь прям рядышком. То есть пару минут, и вы уже все это припарковали. Здесь вот еще рядышком домики. Мы сейчас будем их смотреть. Здесь достаточно красивая территория. Персональный выход к морю. Закрытый пляж. Вот тут вот ресепшн. И вот здесь вот еще прогулка по территории. Сейчас мы посмотрим домики. В принципе, можно здесь разместиться все вместе. Также здесь есть бассейн. Сейчас бассейн покажу. Он идет общий на всех. И есть еще вот такой арт природно-человеческий. Но вот бассейн выглядит вот так. Здесь же находится такой бар, ресторан. Вот, тут еще можно наверх подняться. В общем, бассейн достаточно большой. Ну, я думаю, что вот ровно 40 человек, 50, там, 60. А это, наверное, его максимум. Лежаков здесь 8, 10, 10. То есть 10 лежачек, все остальные плавают. Ну, можно еще сидеть за столами. Тоже красиво. Вот. Потом обзор более подробных пространств я сделала. Вот. Такие вот дела. Под ногами плиточка, там камушки. Все красивенько. Такие вот лежаки. Лежаки в вполне нормальном состоянии, не убитые. В общем-то, приятно, приятно на них смотреть. Вот такие цветы. Здесь есть такое, как объявление, что ли. Let's go? Yes, I want to see the restaurant too. Yes. The breakfast would be here, right? Yes, breakfast, lunch and dinner. Okay, super cool. Hello. Yes, good afternoon. So, staff говорит на английском. Здесь будет буфет. Здесь можно будет сидеть за столиками. Вот тут с видом на бассейн. И можно будет еще тоже есть винный полк. Вот там буфет. И вот здесь, конечно, очень приятный вид, прям на самом деле один из лучших видов, которые в Мене я наблюдала, потому что здесь и видно и пляж, и пальмочки, красивые бунгало, сделанные с соломенной крышей,
конечно, это очень вдохновляет. Кого-то там, кто-то сушит свой кайт. Вот. Вот такой красивый вид, конечно. Ну, мне нравится. Каждому какие вкусы. Все это выглядит примерно вот так. Такое здесь стекло, поверх дерева. Все деревянненькое, приятное на ощупь. Прохладненько. Здесь прохладненько. Там даже есть такое там для деток. Всякие стульчики. А здесь же... Ну, давайте посмотрим, да? Туалет. Раз уж мы пришли. Вот. Хорошо сделано, красиво, чисто, вкусно. Пахнет по всем параметрам. Приятно. Супер. Вот так отсюда смотрится. Класс. Желаю вам хорошего дня. Здесь есть бунгало, вот такие, прямо на берегу моря, то есть у них вид идет прямо на море. И таких бунгало здесь 13. Вот здесь бар, и вот мы идем, чтобы посмотреть вот один из таких домиков, вот этот вот прекрасный домик. Видите, одно бунгало, в нем идет 1, 2, 3, 4, 5 входов отдельных. И получается, что в одном бунгало живет 5 человек, но у них отдельные приватные именно сами домики. И вот мы пришли. Мы пришли. Здесь у нас вот такая красивая кровать. Окей, окей. Но just keep it like this is okay. Тут зеркало в полный рост, приятно на себя смотреть. Закрывается на ключик такой шкаф. Он идет с полочками во второй части, но мне пока не удается его открыть. Наверное, мне нужно что-то для этого сделать. Вот. Окей. Doesn't work. В общем, искусство. Вот. Столик, стульчики. И вот такой вид. Вот это приватный пляж. Посмотрите. Вот уж оттуда. Чистая территория. Белый песок. Не смытый совершенно. Что характерно. Чтобы было все либо в бетоне, либо смыто. А здесь прям персональные дорожки. Вот вы вышли, и вот по этой дорожечке вот уже на свой пляж выходите. Здесь сидите, наслаждаетесь бризом или внутри комнаты. Здесь есть еще такой сетчатый балдахин. Он защищает от москитов ночью. Можно с открытым полностью окном спать, и для вас будет приятная атмосфера. Вот такой красивый, вдохновляющий вид, конечно, из окна. Вот, очень-очень мило. Есть в комнате холодильник. Нормально пахнет, не страшно. Старенький, но нормально. Здесь еще есть меню. Значит, вот здесь что-то написано. Вот. Массаж, это, видимо, спа-меню. Вот. Вот еда. Это вы все потом посмотрите. Вот. Вот такие вот дела. Угу. Вот такая комната, сейчас покажу. Ванную. Она в зеленом цвете.
Очень красиво, конечно. Приятно находиться. Персональный обогреватель. Сейчас посмотрим, что у нас происходит с водой. Сейчас только мне нужно понять, как ее включить. Я не очень понимаю. My friend, how can I on max? How can I switch on? I want to check the pressure. Вот так получается, выключается. Что-то не очень работает. Switch off? Yes. Okay. Okay. I'll check it out. Here. This вода есть. Вот здесь набор. Всякий красивый стенд. Вот отсюда, конечно, вид вот сюда, вот в комнату. Вот прямо на картине. Вот здесь уже выход. И вот вы выйдете, когда из комнаты, здесь включатель, выключатель персональный. Вот такой, конечно, вид. Вот здесь уже ресторан рядышком, вот это. Там мы были внутри. И здесь тоже можно прогуляться, полежать на травушке. Короче, набор воды. Крутится она в эту сторону и... Нормально. Короче, горячая вода, но по-настоящему горячая. Вот хороший уровень температуры вот здесь показан. Крутится она в эту сторону, и напор воды нормальный, прям такой хороший напор. Короче, в бунгало можно жить. 100% можно жить в бунгало. Вот. Вот. Еще одно бунгало. Вот такое. Здесь сразу такая комнатка, немножечко видно море, но больше такой Garden View называется, да? Здесь гостиная вместе с холодильничком и мини-баром. А здесь же телевизор небольшой. Вот тут есть в этом какой-то французский флёр, если честно. Какой-то такой классический old school получается. По ощущениям здесь такие тут тоже опять сейф, зонтик, такие вот у нас толстенькие, приятные халатики. Вот такая комната. Здесь темнее, и вверху все такое, видишь, такими волнами, как будто бы немножко на мансарде. Здесь такое тоже зеркало, здесь что-то можно положить. Тут включается свет, хорошо, кстати, видно себя в этот момент. Вот такая спаленка, опять же, балдахинчик. Здесь же включается все, электричество отсюда управляется. И вентилятор можно им пользоваться, и сплит-система здесь тоже есть. Вот. Здесь тоже вдохновляющий, приятный вид, вот такой. И туалет с ванной. Набор воды тоже нормальный. Вода нормально пахнет. Вот здесь такое же устройство. Вот оно вот в эту сторону уже крутится. Да. Мы немножко пошалили. Вот. В общем, вот так выглядит ванная комната. Так. Вот здесь душевая пространство такое. И
Туалет. Туалет, кстати, выше, чем вилла в Домене. Вот здесь включение горячей воды. Все подписано. Все как бы есть на месте. И здесь же есть вторая комната. То есть это бунгало рассчитано на двоих человек. Тоже здесь есть место, куда смотреть в зеркало. Вид из окна. Вот. Сплит-система из балдахинчика. Здесь очень хороший свет. Здесь прям вот можно макияж делать девочкам, если это важно и нужно. Ну, а мальчикам, ну, вот кому важно очень хороший свет, то вот эта комната получше в этом плане. Ну, остальное все вот такое стандартненькое, тапочки, такое пространство. Во второй комнате тоже есть шкаф, но здесь уже нет сейфа. Вот. Вот такая вот история. И отсюда также вот управляется сплит-система, выход сюда и дальше на терраску рядом с домом. Можно здесь сидеть, ощущение морского воздуха здесь тоже не покидает. Так. Twin bedroom, два разных спальных места, такое зеркальце здесь со стульчиками, ящичками, стандартный телевизор, окошечко, немножко поменьше, конечно, комнатка, но в целом очень мило, очень мило. Здесь опять же есть весь набор купательный и сейф. Отсюда вид на домики, на деревья. В целом ощущение очень приятное. Здесь вот сплит-система, опять же картина в традиционном вьетнамском стиле. Вот, отсюда выходите, и здесь у вас будут... Они сейчас немножко неправильно стоят. Здесь обучают кайту, и учитель там обучает сейчас ручку. Смотрите. Они сейчас там учатся. Ребенок обучает, как пользоваться кайтом. Вот. Вообще будете здесь сидеть, смотреть на морюшко и вот так вот почивать. Окей, thank you. Такой рабочий стол в стол. Can you switch on the light, please? Две кровати. Вот такая совмещенная со спальней гостиная. И выход на террасу, которая... Так. Которая выходит на бассейн видом и на бамбуковые деревья, и вот на такое тропическое дерево тоже. Вот такая здесь терраска, она видна изнутри. Сейчас мы закроем. Вот маленький телевизорик,
тоже произведение искусства. Сейчас мы включим здесь свет. Вот. Душевая закрытого типа. Видно температуру. Пространство большое в ванной. Потолок интересно сделан. Ну вот примерно вот так. Чтобы показать. Такая лепнина типа. Вот. Вот, что-то я не поняла. Он off. И теперь можно выключить. Ну вот все. И все такое с полукруглыми штуками. Здесь, конечно, очень приятно. Какое-то ощущение такое, что ты тут сядешь и что-то будешь писать. Вот. На 4 человек рассчитано, видимо. Вот. И здесь еще есть тоже сейф маленький. Ну, традиционно для этого ризотто. Такой примерно подход. Туалет такой же. Ой, туалет, кстати. Холодильник такой же. Маленький и старенький. Вот что-то там есть. Вот. Найти. Мебель вся вот такая плетеная, не сильно потертая, приятная на самом деле. Тоже чайник, кружечки. В общем, на самом деле очень мило, очень мило. Это прям с ресепшена, если идти, то вот здесь мы и окажемся. Вот здесь на выход вот такой вид.